Сотрудники ГИБДД отмечают профессиональный праздник. Государственная автомобильная инспекция была образована в 1936 году, а праздник появился 11 лет назад. В правилах дорожного движения тех лет говорилось, что все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка. Пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка извозчику, извозчик автомашине, а автомашина всем автомобилям специального назначения и автобусу. За порядком на дороге следили инспекторы. Первые единые правила дорожного движения стали действовать 59 лет назад. Сегодня у ГИБДД много полномочий, помимо контроля за безопасностью на дорогах. Инспекция занимается пропагандой образа законопослушного водителя и пешехода, проводит конференции с участием деятелей науки, культуры, искусства, политики. С праздником магаданских госавтоинспекторов поздравил глава города Юрий Гришан. Он отметил, что с каждым годом в Магадане увеличивается количество автомобилей и растет интенсивность движения. И именно от госавтоинспекторов во многом зависит, насколько безопасным и комфортным будет дорожное движение для всех его участников.